Мнение экспертов, там все высказать. Что такое мнение экспертов? Ваше мнение. Мнение врачей, специалистов своей области, с большим стажем, с опытом работы. Мнение врачей является авторитетным. Но не является научно-основным доказанным.
Также постоянно обновление между
народ источник научно обоснованных данных, справочник клиника Кембридж, о котором я выше говорила уже, да? Он как бы единственный в своем роде, да, эта электронная версия отправляется ежемесячно. Информация основана только на данных систематических обзоров и рандомизированных клинических испытаний. Вот вы можете ниже написать интернет-адрес. Клиника Кембридж. Систематических обзоров, которые содержат завершенные обзоры и протоколы готовящихся обзоров. Это база реферантов эффективности клинических вмешательств, регистр контролируемых клинических испытаний, база обзоров по методологии медицинских исследований, а также причины учебных пособий по методологии составления систематических обзоров, слова методологических специфических терминов, ну и другого. Медлайн. Это база данных Национальной медицинской библиотеки США, которая включает описание 20 миллионов статей, которые публикуются с 1966 года по настоящее время. Конечно, ежегодно примерно около 400-500 статей, 1000 статей в год публикуются в этой базе данных. По тематике Медлайн включает широкий спектр областей, которые относятся к биологии и медицине. Следующее – это научные исследования и их методология, клиническая практика. Медицинское дело, стоматология, фармакология, ветеринария, но также смежные дисциплины, в частности, медицинские аспекты биологии, зоологии, ботаники, охраны окружающей среды. Еще доступ к Медлайн доставляется различными службами интернета, но основной поисковой системой является PubMed, которая чаще всего пользуется. Консультант врача – это продукт российских специалистов, это электронная информационно-доверительная система для практикующих врачей. И она включает несколько видов статей. Это клинические рекомендации, руководство для непрерывного медицинского образования, фармакологический справочник, стандарт медицинской помощи, планы ведения больных школ здоровья, медицинские изображения, обучение пациента и медицинские калькуляторы. Клинические руководства. Собственно, они разрабатываются профессиональными международными и национальными медицинскими организациями. Представляется систематически разработанный документ, который содержит сведения по профилактике, лечению, диагностике конкретных заболеваний, синдромов, которые помогают врачу принимать правильные решения. Кстати, мы будем говорить о отчеты, неиндексированный материал конференции, стендовый доклад, устное выступление. Ну и здесь указана начальная страница, которую вы можете найти. Это малоизвестная, малопубликованная литература по медицине. Ну и мнение экспертов. Это взгляды и мнение авторитетных специалистов в своей области, которые базируются на практике и многолетнем опыте. Но, к сожалению, не имеет собой научно-доказательной власти. То есть не проводились клинические испытания. Биографическую базу данных Медлайн, которую наиболее часто используют на постсоветском пространстве, очень легко в использовании, скажем так. Медлайн. Более 15 миллионов ссылок на публикации клинических и доклинических исследований. Данные с 1966 года и до настоящего времени. Раздел «Премедлайн» содержит информацию о недавно опубликованных отчетах. Первое место в рейтинге электронных ресурсов данных доказательной медицины, но это по России. Доступный эффективный инструмент врача и лечебно-диагностическом процессе. С помощью какого же поисковика мы заходим в Медлайн, с помощью PubMed, более часто используем Медлайн. Можете записать адрес
поисковая система, которая разработана Национальной медицинской библиотекой США. И она включает было 900 клинических испытаний, систематических обзоров было 65, и генетический центр был 107. Вот данные. Это очень удобно для просмотра и изучения информации. Допустим, нас интересуют только систематические обзоры, например, смотрительные базы генетики. Вам не нужно искать абсолютно все статьи, выбирать те, которые вас интересуют. Ну и очень важно, после того, как вы искали информацию, сохранить ее, потому что, возможно, вы привлечете некоторое время этой же информации. Для этого есть, если посмотрите правую верхнюю оценку, если вы кликнете «нет», то у вас выйдет, где вы можете сохранить эту информацию, либо в файле, в формате e-mail, на почте, либо в коллекции и так далее. Ну и здесь пример клинического исследования. Посмотрите. Информацию, которую вы можете имитировать с помощью лимитов.
Леонид, это что вы посмотрели? Это тексты, это конкретно полностью с тобой, либо в виде резюме, либо в виде абстракта. Видите, вы можете найти испытания на животных, на людях, ограничения в возрасте можете сделать, да? То есть это будет на детях, на взрослых, на пожилых, либо вы объединяете все эти. Это будет систематический обзор, или же это будут клинические исследования, испытания. Зайдя в каждую конкретную статью, или абстракты, или клинические испытания, вы уже видите, можно открыть дизайн исследования, где он проводился, в каких центрах, какие были результаты исследования, и какие мы, естественно, получили. И что вам может понять? Я сами исследования не знаю, что это разбираю. Знаете, то есть, каким образом они, как, допустим, у вас клинические испытания, или даже дизайн исследования у вас, или же это делается обзор, или это момента анализа, вы же сами говорили, вы не получаете, поэтому в этом зоне у вас есть. Да. Вы нашли? Да. Ну, и пока дело прочитается, о чем тут речь, мы будем с вами. Так. Продолжим практическое занятие.